Отделение будет работать 6 дней в неделю. Для обслуживания клиентов открыты 2 операционных окна. И если и будет очередь, то только электронная. Так что получать весь перечень почтовых услуг жители микрорайона смогут с учетом новых цифровых реалий. Отделение связи оказывает полный перечень услуг. Это финансовые услуги, это почтовые услуги, это банковские услуги и все услуги, которые закреплены за Почтой России. Помещение зонировано по принципу универсальности, удобства и открытости. Здесь есть кресло для посетителей, стол для заполнения бланков и упаковки отправлений, терминалы для оплаты почтовых услуг банковскими картами. Если даже там посмотреть посылки, которые приходят, это в основном электронная коммерция. То есть почта является таким проводником. Почта – это и оплата услуг. Почта – это целый вот калейдоскоп сервисов, за которыми приходят люди. В отделении организована адресная система выдачи наиболее популярных почтовых отправлений мелких пакетов, которыми сейчас пересылается большинство товаров из интернет-магазинов. Стеллажи с поступившей почтой находятся в непосредственной близости от посетителей. Получить корреспонденцию можно с помощью простой электронной подписи. Тогда наличие паспорта не обязательно. Ивушки, жители микрорайона Ивушки, именно настаивают на том, чтобы это был культурный район, чтобы он развивался именно как информационно-культурное событие, да, очень масштабно. Оздоровительную историю мы сейчас тоже запускаем, образовательную историю. И Почта России, ее очень не хватало. В этом году в микрорайоне откроется и опорный пункт полиции, пообещал мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин. Для этого на средства городского бюджета уже приобретено помещение в одной из многоэтажек.